одними из лидеров чемпионата, вскрыть оборону Армавира. Частенько вступает в игру Александр Дьяченко, но ничего опасного у его ворот в последнее время не происходит. Да, вот один момент был, и сейчас может что-то быть. И в ближнем бою Дьяченко хорош, но сейчас может быть опасно! Мне кажется, вот такие желтые карточки, которые получил сейчас Маргиев, совершенно не обязательны. Ты, Джири. Удар! Вот это момент был Мэтью Тиджири. И... сейф Александра Алексеева. Еще один угловой. Зарабатывает Виста. Наборство на поле. Поэтому и так много фолов сегодня в этой игре. Оконкво. Контролирует мяч в центре поля. Теджири. Ну, а Чукву, Кристиан, выход один на один. Удар! И справляется голкипер. Но вот это уже сейф. Хороший момент. Диснер Артур Араевич Оганесян. Переходим к составу Торпедо. Были у торпедовцев замены. Сейчас разберемся, кто вместо кого вышел. А пока что в атаке Виста, Тиджири, удар, штанга, спасает сейчас торпедовцев, Оконкво, удар, и голкипер уже выручает. Вот так, и вот два момента Виста создает, и действительно они были опасны. Им... классный удар Тиджири, но... потому что прекрасно понимают, что остаток матча под таким прессингом, возможно, защитники не готовы с такой динамикой действовать. Нет положения никакого вне игры. Санагов штрафной. Удар. Гол забивает Мэтью Тиджири. 1-0. Юсуф. Голевая передача. Вот так вот игрок находится на просмотре. Но доказывает. Доказывает свою состоятельность. Подключился к атаке. Атаку организовал. Голевую передачу на свой счет записал. А гол забивает Мэтью Тиджири. 1-0. Виста выходит вперед. Передача Юсуфа Санаго. Свою команду вперед выводит Мэтью Тиджири к Бамаду. Одно удовольствие. Ветрено сегодня в Краснодаре, но достаточно комфортная погода. Сухо это, наверное, главное для голкиперов. И атака Кубго, рискующая стать голевой. Вот здесь нужно разбираться в моменте. Есть! Первый забитый мяч. Сборная Кубго. Открывает счет, это Даниил Костырин. Скромно отмечает. На скамейке запасных, ну и... конечно, рады трибуны. Еще раз мы смотрим за этой атакой. Это Мэтти ее начинал, но и здесь уже... согласитесь... грек было не заканчивать. В роли статиста, к сожалению, оказался там Монтанец. Идут вперед футболисты Кубгу. И вот это моментище, который Мэтью не реализовывает. Go!
And push, man. Yes.